Всем привет, друзья! Всем доброе утро! Сегодня 28 июня, Московская область, раннее утро, тепло, на градуснике 14 градусов с плюсом, и у меня утренний обход сада-огорода. Лук после обработки от луковой мухи чувствует себя неплохо. Что там внутри, я пока не смотрела. Стоит зелененький, а то он заваливался весь, желтел. Здесь тоже лук и морковь. У нас ночью шел дождик, 3 капельки. Но помидоры прям резко вытянулись на улице. Цветут. На первой кисти завязались помидорки. И дальше цветут. На каких-то там внутри уже хорошие помидорки и много. Но я пока еще ничего тут не трогала. Вот они. Так, это помидоры. Детерминантная загадка. Вот они, загадка. Несколько кистей там завязали. Прислали мне на обзор садовую арку. Вчера я снимала ролик. Выйдет. Смонтируем. Вот такая арка. Высокая. Пока у меня здесь стоит, не купили виноград. Еще не придумали, куда мы ее поставим. И купим виноград. Она закрепляется в землю такими длинными штырями. Очень качественная, аккуратная, металлическая. Покрас у нее такой, напыление порошковое. Вся ровненькая, зачищенная. Нигде никаких заусенцев. В общем, мне очень понравилось. Будет ролик, будет ссылочка на этот магазин. Посмотрите, проходите. Там много всякой садовой техники, инструментов. Может, вам тоже что-то понравится. Вот так у меня растет горох. Плетется по сетке. Эта грядка у нас так и стоит всегда. Много я гороха не сажаю, только детям полакомиться. И вот так вот он растет, цепляется, цветет. Кто не знает, как посадить, сделайте грядку, сделайте сетку и сажайте каждый год вокруг нее горох с обоих сторон. Здесь у меня грядка с ягодами на черном укрывном. Ягоды краснеют, потихонечку срываем, едим. Вот такие кисти у них. Грядка металлическая. 8 метров на 90 сантиметров. Такая длинная грядка. Вот, и на ней клубника начала краснеть. Потихонечку мы ее уже срываем и едим. Так, баклажаны. Вот они. Все нормально. Растут, цветут. Позеленели. Где-то уже завязались баклажанчики. Но еще кустики слабенькие, худенькие. Им еще надо нарастить зеленую массу. Поэтому баклажаны надо подкармливать. Да еще и погоды особой нет. Пока еще ночь холодная. Так, чеснок желтеет. Сказали, проверьте на луковую муху. Я проверила. Все нормально, луковой мухи нет. Головка набирается. Подкормила калием, чтобы вся сила уходила. Поэтому листья сохнут, это формируется головка. Это все витамины, все питательные вещества уходят в головку, чтобы она наливалась, окрепла, хорошо хранилась. Так что все нормально.
Чеснок желтеет вовсю. Это нормально. Скоро будем уже недели через две, наверное, его убирать. Капуста растет. Хоть меня и критиковали. Неправильно я ее посадила. Не так я все сделала. Ну, ничего. Капусте нравится. Она растет. Кочаны завязывает. Вот такая вот барыня лежит у меня тут на грядке. Скоро будем уже ее кушать. Так, знаете что? Помидорам в теплице я обрезала листья. Пусть они проветриваются. А то они все у меня заросшие. Высокие, выше меня ростом. Цветут уже до потолка. Пятые, шестые, седьмые, восьмые. Девятые, десятые, на которых кисти. Нижние наливаются. Вот так висят. Отлично. Здесь вот тоже красивые какие. Так, эти вообще завершковала. Тоже снимала ролик, рассказывала. Все, дала им. Здесь где-то 10 кистей завязано. Ну, пусть 8. Остальные цветут. Так что даже сама забыла, сколько там кистей. Вот там нижние раз. Вот эти две. Это 3. Вот эти две 5. Это 6. Вот 7. Вот 8. С помидорками еще не до конца завязалась. 9 тоже завязывается. Так, здесь 10. И вот 2 на макушке. Так что 12 я прищипнула. То есть я их обрезала, все листья нижние. Пусть проветриваются, пусть дышат. Вот они начнут уже спеть, краснеть, наливаться. Вот сейчас по всему ряду пройду. Это черри, волшебная арфа. Тоже с помидорами наливается. Так. Здесь вот что, лопнул помидор. Ага, не вершинка. Если вершинка, то надо чем-то тоже подкормить. Обработать. Так, здесь все, в общем, короче. Все помидоры. Это низкорослые помидоры. Я их обрезала и дала им свободу. И мне, главное, свободу, чтобы можно было пройти. У всех у них помидорки. Вот сахарная Настасья. Люблю я ее. Очень сладкая. Розовые томаты. Только зацвели уже, вон с какими томатиками налились. Вот. И выше тоже. Короче, я их все обрезала. Так. Этот у меня какой? Полосатый шоколад. Тоже с томатами. Вот несколько кустиков полосатый шоколад. С этой стороны тоже дышат. Дала им свободу. Так, здесь тоже полосатый шоколад. Вон они какие уже крупные. Вот вторая кисть. Так, дальше вон третья. Четвертая. Ой, неудобно здесь лазить, хоть я их и... Так, это сержант Пеппер. Вот они. Вот они какие. Смотрите, сколько много. Сержанта Пеппера. Так, этот гибрид Самара. В общем, все с помидорами. Очень мне нравится вот этот томат, прям усыпенный. Так, башкирский ранний. Вон сколько на нем томатов завязалось. Так что... Ой, эти уже прям хочу-хочу. Что-то они... Вот они какие. Крупные, хорошие. Тоже надо их уже... В общем, я кардинально обрезала. Не говорите мне, что я сделала не так. Я всегда так делаю. Я не листья выращиваю, я помидоры. Дала им свободу. Пусть они теперь дышат. Воздух гуляет, чтобы никаких болячек не было. Чтобы им было свободно. И мне, главное, удобно было проходить, обрабатывать. Пасынки еще до сих пор растут.
Я смотрю, листьев им хватит. Вон макушки у них еще все в листьях, так что все нормально. А то сейчас у меня диванные критики начнут писать. Они питаются от листьев. Все я знаю. Так что все хорошо. И вот эти, которые у меня растут на улице, томаты, я их недавно посадила, еще закрывала, прятала от мороза. Они тоже все с помидорами. Я им тоже, вот, я им тоже ноги оголила. Они все с помидорами. Они мокрые. Ночью чуть-чуть шел дождик, капельку. Вот. Но я им тоже ноги оголила, потому что пусть вот так живут. Им так нравится. Пусть растут так. Так, ну и напоследок огурцы. Здесь у меня цветет календула. С другой стороны бархатцы. Вот так все красиво. Мне душа радуется, когда я захожу, цветочки цветут. Они вот эти неприхотливые, они сами самосевом хорошо растут. Поэтому можете везде насажать, насеять, и они будут вас радовать. Огурцы растут, обрываю, собираю. Все хорошо. Так, здесь же в огуречной теплице растут перцы. Вот так. Вот они. Видите, как много. Еще никак на еду не срываем. А здесь тоже много, но только другие перцы. Кубовидные. Так. Всякие разные. Много. Растут хорошо. Кустики хорошие. Веселые, пышные. Здесь бархатцы. Перцах. Так, здесь огурцы. Вот они. Огурцов море. Главное, не видно нифига. Сейчас буду обрывать. Так, огурцы я обрываю каждый день. Каждый день с утра обрываю огурчики, чтобы они не тянули. Вчера, правда, я не поливала. Обленилась. Вон там тоже огурцы кругом. Так что все. Будем работать. Что-то как светло совсем стало. Сейчас не жарко. Огурцы поливаю через день. Через день. Они так хорошо растут. Будет жарко, буду поливать каждый день. Вышла на поле. Картошка цветет. Еще, правда, не вся, но какая-то уже цветет. Все нормально. Все растет, тыква растет. Кабачки вон на компостной куче растут. Вот тут у меня еще тыква. В яме около леса. Вот она. Тыковка. Прям в яму посадила. И пусть растет. Так, вот какие у меня тут кабачки на компостной куче. Цветут. Но еще не срывали ни одного кабачка. Тут у меня двух видов кабачки. Так. Посмотрим, что они там. Да, вон кабачки цветут. Здесь еще. Первый раз посадила вот такие кабачки шариками. Вот они кругленькие. Тоже цветут. В серединку уж я не полезу. Но еще кабачки не срывали. Ну вот так они хорошо. Листья у них растут. На компостной куче им нравится. Главное, надо поливать. Так, ну вот и все. Пойдемте. Ой, знаете что? Тут у меня под ногами крот дохлый валяется. Фу.
Тепло, хорошо, красота. Все, друзья, все я вам показала на сегодня. Все растет. Небо чистое, голубое. Сегодня хотя дождь обещали. Но ночью 3 капельки был. И хватит. Вот так. Это поле за участком. Здесь мы тоже все косим. И трава нам нужна. И выходим дышать. И дети у нас тут в футбол играют. В волейбол, внуки. Птички поют. Красота. Березки. Русские березки. Как Есенин воспевал. Вот она. Красота. Природа. Тишина. Ой, всем спасибо, кто со мной прогулялся. Пишите комментарии, ставьте лайки. Друзья, всем спасибо. Всем здоровья, всем пока.